Доброго времени суток, дамы и господа. С вами на связи Александр Шутов. В этом видео я вам покажу, как вставить видео в вашу статью. Вам надо зайти на свой сайт, авторизоваться в админ панели. Да, вот она, админ панель. Открыть новую запись, начать. И в этом окошке у вас будет поле, куда вам надо вставлять вашу ссылку. Здесь есть две кнопочки визуально, это то есть для текста, и кнопочка текст для HTML кода. Сюда-то вам и надо вставлять ссылку. Я буду вставлять со своего канала YouTube. Перейду. Я уже открыл заготовленное видео. Вот. Открыл видео. Перешел на вот кнопочку, нажал поделиться. У меня открывается такое вот окошечко со ссылкой на это видео. Я это видео копирую. Перехожу обратно на мой сайт. И здесь вставляю. Перехожу на, нажимаю кнопку визуально, перехожу на другое окошечко, и у меня высвечивается видео. Если у вас не показывает видео, например, окошко YouTube, вам нужно вот сюда нажать кнопочку обновить, и тогда у вас будет показывать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.